екатеринбурженка, и правда, я горжусь этим. Наверное, москвичкой я никогда не стану, несмотря на то, что работаю сейчас в Москве. Даже в свободное время ты не можешь без балета. Так или иначе, он все равно влияет на ход твоих мыслей, на то, какие места ты посещаешь. Не просто перейдет. Да. Да? И держи. Как, вот так, да. Я сначала узнала о том, что есть девочка в Питере, которая хочет перейти, в общем-то, работать в Большом театре. И она работает с утра до вечера. Понимаете, она из театра просто не уходит. Я даже удивляюсь, когда она отдыхает, когда она вообще питается, что она вообще ест, потому что она одна, никому ей приготовить. Мне нужно, чтобы меня никто не дергал, чтобы я могла побыть со своими мыслями. В принципе, у меня мало друзей. Она очень как-то вот именно такое вдохновение внутреннее, какой-то эмоциональность имеет. Очень интересно с ней работать. Когда готовишь новый спектакль, то, наверное, все мысли заняты только о нем. Неважно, что ты делаешь. Свет бьет. Глаз не видит. Вот так глаз не видит. Ты сидишь в Жизель так на авансцену и будешь там. Та-та-та. Вот тогда глаза видны. Могу есть, и в уме у меня звучит эта музыка, которую мы только что брали на репетиции. Я ложусь спать, и перед сном у меня невольно встают все вариации, которые я вот только сегодня танцевала или проходила. Я думаю, как бы можно было еще сделать музыкальнее, может быть, какой-то акцент добавить. Это, по-моему, зависимость. Ты себя плохо чувствуешь, когда его нету. Это уже какое-то парадоксальное желание пойти себя помучить. Я радуюсь, как ребенок, когда я вдруг найду какой-то рецепт, пойму, что мне мешало или как мне это скоординировать лучше, и вдруг получится. Что бывает тяжело, что она, чтобы она упрямая, что она добивается своего. Причем она очень умная девочка. Обычно перед спектаклем у меня есть чувство предвкушения. То есть это не страх, а наоборот хочется. Дрожат ноги, и ты от ужаса не понимаешь, что делать. Такого у меня нет, и слава богу, иначе бы... Зачем в этой профессии находиться? Со временем ты учишься абстрагироваться от всех лишних мыслей и все-таки думать только о танце, только о музыке, просто танцевать.
человеку нужно уметь слушать и слышать себя, что нужно твоему организму. Нужно уметь определять, какую нагрузку ему дать сегодня. И вот это умение себя слушать, может быть, где-то чувство меры, практика, опыт, который тебе подсказывает, как лучше поступить в той или иной ситуации. Ну, вот это все и отличает нас от простых смертных. У нее есть все. Это очень талантливый человек, имеет прекрасные данные для балета. Это он как бы создан для балета. Просто иметь потрясающие, блестящие данные. Без работы они могут просто никуда не прийти. А когда это вместе с работой, вместе с каким-то желанием, это, конечно, может привести очень высоко и сделать ее блестящей балериной. Вот, так что вот это чувство, которое тебя подстегивает расти дальше, оно важно, оно необходимо, чтобы не останавливаться. И чтобы в этом убедиться, что она очень красивая, что... Просто нужно пойти в театр и посмотреть ее, и понять, вот в чем ее красота. И Карчик не может остаться равнодушным в виде ее. Нельзя никогда останавливаться и думать, что вот ты сделал так уже много, может, хватит? Нет, никогда не хватит. Потому что ты настолько поглощаешься в то, что ты делаешь, что это неотступно следует за тобой повсюду и всегда.